Всех приветствую на своем канале. Подписывайтесь, отписывайтесь. Опять на поле. Снимаю вам второе видео по состоянию нашей весенней пахоты. Специально не показываю вам поле. Сейчас посмотрим, как оно изменилось. Сегодня 22 у нас мая. И у нас поле вместо желтого стало все белое. Все в одуванчике. Одуванчик отцвел практически вот по краям, который поздний был, а сейчас весь. Так, опять показываю этот клевер. Ну, практически мне по чуть-чуть ниже колена. То есть трава хорошо подтянулась. Я даже задумываюсь о том, что бы один пролет закатать в сенаж. То есть настолько вот трава в среднем где-то сантиметров даже 25-30, то есть вполне достаточно. И я думаю, что сенаж неплохой получится. Вот сейчас заметил, что на поле очень много появилось конского щавеля. Вот он краснеет. Много его краснеет. Так, ну и вернемся к нашему посеву. То есть, что у нас? Как он выглядит? Ну, вот так он уже выглядит. Практически закрылся весь ковром. Ковром овса. Сейчас будем смотреть, что у нас всходит, что не всходит. Не знаю, передает камера. Ну вот такой реденький, но как бы газончик появляется. Вот здесь плохо, но здесь и не, практически не сеяло. Вот. Смотрю. Вот клевер. Нет, что-то другое. Не знаю даже. Это мышиный горошек пуками вот так. Кучами. Топ, не знаю, клевер или не клевер, что это за трава. Вроде такое не сеял. Ну, это мелкий, это райграсс. Горох пытаюсь найти. Вот горох. Такие всходы гороха. Есть. Сейчас подойду. Туда посмотрим. Да, вот. Ну, это старый, по-моему, клевер. Вот горох. Не больно-то вот так вот. Горох зашел. Ну, есть. Посмотрим. Был один дождик у нас. То есть такой более-менее. Один и один моросил. Ну, овес очень хорошо взошел. Плотно. Ну, здесь пересыпано, конечно, это первое, как бы. Мы пошли, начали сеять и регулировать стали. Горох. Угу. Угу. Есть, Вика, есть. Вика как-то пуками. Ну, вот. Вон здесь. Сейчас попробую еще раз посмотреть. Так, ну вот это вот, блин, межа, конечно. Ну, посмотрим, как это будет. Я сею второй год, сею небольшими площадями, опыта особо у меня нету, эксперименты, мерименты. Да, весной пахали, потому что осенью не вспахали, вот и весь ответ. Да, я знаю, что лучше пахать, надо пахать зиму. Вот много вики, много овса большой, вон горошек этот. Знаю, что в зиму надо пахать, то есть для посева. Но сами понимаете, если в России очень надо и хочется, то можно и весной. Такое есть правило, особенно в этом правило дорожного движения. Так, есть вот, хотел показать, вот это вот, мне кажется, райграсс. Райграсс, вот он такой, меленький взошел, но он... Клевер это не клевер. Ну, клевер, по-моему, чуток я вижу. Так, это значит, у нас неделя еще прошла. Ну, давайте еще через неделю сниму, то есть посмотрим, как это все закроется. Сейчас не знаю, если получится, съезжу на сложное поле, не сложное в заезде. Посмотрю там.
Может быть, там уже скосить вот первую траву эту, как бы назовем ее отаву, и засеять еще там овса попробую. У меня там и сено осталось, и сенаж. Ну, попробую туда прорваться и посмотреть, еще хочу напахать. Запахать там, может, 2-3 гектара, чтобы как бы трава там была под сенаж. То есть это для сенажа. То есть у меня есть заказ, люди просили овса в сенаж. Ну и на следующий год это будет клевер, Тимофеевка. Должен быть сенокос хороший. Сейчас проеду дальше, посмотрю. Я там года 3 назад первый ранний самый сенокос у меня был 29 числа. Сейчас вот доеду туда в край, посмотрю. Там была жирная трава. Если сейчас там она есть, то в принципе можно и оттуда скосить пролет на сенаж и посмотреть. Потому что вот этот пух, не знаю, как будет, хорошо, нехорошо в сенаж. Ну, а дуванчик такой более-менее жирный. Так, смотрите, сейчас проеду. Ну вот, я на другом краю поля. Но особо разницы я не вижу по травостою. Вижу, что здесь больше начинает трубка забивать. Так, сейчас подумаем и решим, как нам быть. Может быть, вторник, среду попробовать катать. Вообще попробую скосить. Скосить, посмотреть на волки, потому что каждый день косим. То есть посмотреть, как это все будет выглядеть. Ладно, смотрите, следующее видео. И увидите, что у нас получилось или не получилось. Ладно, подписывайтесь, отписывайтесь. Это все понятно. Задавайте вопросы, все, что знаю, могу. Попробую показать и рассказать. Ладно, всем пока.